Производитель смартфонов Tecno, который в последнее время заметно упрочил позиции и уже занимает в составе холдинга Transsion третье место на российском рынке, расширяет собственную экосистему. Теперь под этой маркой будет продаваться ноутбук MacBook T1, а также недавно были представлены наушники TWS под названием Sonic 1 с 50-часовой автономной работой. Это первые в мире наушники, которые можно использовать и как внутриканальные, и как вакуумные. Все благодаря съемным магнитным амбушюрам, которые меняют формат наушников. Если пользователь предпочтет максимальное погружение в музыку, он наденет насадки для более плотного прилегания к ушному каналу. Или можно выбрать более комфортное свободное ношение и снять эти насадки. В комплекте идет три комплекта насадок разных размеров. У них магнитная платформа, но все равно придется применить давление, вставляя насадку в основание. И также нужно прикладывать усилия, вытягивая их. Насадки держатся максимально крепко. Вся конструкция универсальная, подойдет практически каждому. Сам чехол тоже необычен за счет своей прозрачной крышки, сквозь которую можно наблюдать работу светодиодов. Наушники обеспечивают насыщенный и чистый звук. Наличие двух микрофонов в каждом наушнике позволяет реализовать систему активного шумоподавления для звонков. Последняя версия Bluetooth 5.3 увеличивает время автономной работы, снижает задержку сигнала, уменьшает помехи при подключении и повышает безопасность использования. Функция двойного подключения позволяет подключиться к двум умным устройствам одновременно и переключаться между ними одним щелчком. Дизайн Sonic 1 создавался в соответствии с канонами золотого сечения. Удобная эргономичная форма сочетает в себе легкость и компактность. Каждый наушник весит менее 5 граммов, благодаря чему ими комфортно пользоваться на протяжении всего дня. Есть защита от воды по стандарту IPX5, благодаря чему наушники пригодны для спорта. Tecno Sonic 1 обеспечивают до 50 часов автономной работы, сами наушники могут работать без подзарядки 6,5 часов, а кейс добавляет еще 43,5 часа. Сам смартфон в лимитированной версии также получил особый дизайн. В оформлении Tecno Common 19 Pro Mondrian Edition была использована уникальная технология Sunlight Drawing, благодаря которой смартфон меняет цвет корпуса под воздействием солнечного света не на один, а на несколько цветов. Таким образом, Tecno отдает дань уважения художнику, известному своими смелыми и красочными картинами в стиле кубизма. Название дано в честь нидерландского художника, стоявшего у истоков абстракционизма. Это классический и сдержанный дизайн мобильного телефона с технологией полихроматического фотоизомера, в котором воплотился творческий дух живописца. В остальном это все тот же Tecno Common 19 Pro, выпущенный в обычной версии несколькими месяцами ранее. Это довольно интересная модель, которая при доступной цене получила стильный дизайн, огромный IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и очень тонкой рамкой, достойное количество памяти и хорошие для своего уровня камеры с уникальным 64-мегапиксельным RGBW сенсором. Лимитированная версия смартфона Tecno Common 19 Pro Mondrian Edition доступна по рекомендованной розничной цене 21 990 рублей.